слушаю, а что было в его записке? Уйду из жизни, как и пришел. Невиновен. Он хочет доказать, что он невиновен. Ну, зачем? А по-моему, ему просто нужны зрители. Сукин сын. Бери его досье. Найди родственников, обыщи камеру. Кто был его напарником? Майк Экерман. Держится очень уверенно. Похоже, этот парень забавляется. Он всегда говорил, что невиновен. И вы в это верите? Но он был моим напарником целых 5 лет. И как? По-вашему, он прыгнет? Ему терять нечего. Я уже еду. First Line Security, место слушаю. Это детектив Маркус. Звоню из отеля Рузвельт. Нужна ваша помощь. Откройте магазин Инглдера. Детектив, я... Отец не видит эту красоту. Он был иммигрантом. Пробивал себе дорогу в ювелирном деле. Но узнав, что я решил всем рискнуть на рынке недвижимости, он не обрадовался бы. Нажрались и теперь играются. Память об отце. 3 года назад, когда рынок обрадовался, кот встать не может, обожрался. Секрет нашей страны. Если ты что-то потерял, ты можешь вернуть твой марш. В этом городе, на этом острове, мы ходим не на работу. Мы ходим на войну. И если у вас что-то отняли... Блин, кусает, он больно ведь. Зубы острые. Кот терпит. Пару лет назад у меня отняли драгоценный камень. И тогда я приобрел друга, который никто не сможет украсть.